14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алматы – важнейший город нашей страны, хранящий тысячелетнюю историю. Его можно назвать настоящей колыбелью профессионального искусства. Если отдельно говорить о живописи и графике, то профессиональная школа изобразительного искусства зародилась здесь более 130 лет назад. И у истоков этого искусства стоял народный художник Казахстана Абельхан Костеев. Наверное, надо сразу сказать, что это феноменальный человек, который сегодня мы называли бы как национальное достояние. Потому что его талант, его природное дарование и его роль в развитии изобразительства Казахстана это как раз и доказывает, что это на самом деле так. Потому что в тот период, это начало 20 века, 20-е годы 20 века, когда еще европейские виды изобразительного искусства еще не стало как бы частью культуры казахского народа, таких традиций у нас еще не было. Вот. А те национальные традиции искусства, она как-то замыкалась чисто в прикладном и утилитарном виде, и оно не имело каких-то особых таких развитий, как, например, европейское искусство живописи там, или скульптуры, графики. Поэтому Абылкан Костеев был первым национальным художником, который внес в нашу культуру развитие нашего искусства именно европейское виды изобразительного творчества. Мы с вами находимся сейчас в мемориальном зале, где представлено творчество Абылхана Костеева на постоянной основе, то есть в любое время часы работы музея зрители, посетители могут познакомиться с творчеством основоположника казахстанской живописи. Ну, дело в том, что Абылхан Костеев, несмотря на то, что это художник-самоучка, действительно обладал таким тонким чутьем художественным и мастерством, естественно, именно поэтому становится вот как раз-таки в основе, у истоков формирования изобразительного искусства в Казахстане. Живописец – один из основателей казахского изобразительного искусства. Родился и вырос в ауле Чижин возле города Джаркент, ныне Алматинская область. Абылхан с детства любил рисовать, делать различные поделки. Его мать Айганша ткала ковры, кашму, алашу, сырмаки, различные убранства юрты, наносила на них узоры, делала плетеные циновки из тальника и чия. Мальчик с детства наблюдал за всеми этими процессами, помогал матери вырезать орнамент и подбирать для него рисунки. Конечно, Костеев, прежде всего, живописец, график, потому что он работал именно в технике масляной живописи, акварелью, рисовал, писал. Сегодня мы в этом музее, музее искусства имени Костеева, знаем, что хранится более 1000 его произведений. Многое, может быть, даже и больше того, что здесь есть, хранятся в других музеях Казахстана и бывшего Советского Союза. В одном только музее Востока города Москвы, я знаю, лично я убедился, хранится 27 акварелей. У нас по документальным данным известно, что многое произведение находится и в других республиках, и за рубежом. Вот такой был очень работоспособный человек, который любил свою профессию,
даровитый, знаменитый Абылхан Костеев. Но случилось все еще 1 января 1904 года, когда на свет появился Абылхан Костеев, мальчик, родившийся в достаточно большой семье. К сожалению, его отец очень рано ушел из жизни, поэтому он, как один из старших детей, был вынужден помогать маме по быту и в творчестве, потому что его мама была народной ремесленницей. По сути, с детства, с молоком матери, вот он в быту впитывал все вот эти традиционные особенности, культурные особенности своего родного народа. Работал он вот с детства, вынужден был работать достаточно на тяжелых, сложных мероприятиях. Например, и разнорабочим, и чабаном он работал. И уже будучи взрослым, несколько таким молодым человеком, в возрасте 20 с лишним лет, он работал, принимал участие в строительстве железной дороги Турксиб. В свои 23 года Абылхан Костеев работал на стройке Туркестано-Сибирской магистрали, одной из главных строек первой пятилетки СССР. Как ни странно, именно отсюда начался его творческий путь. Молодой человек много трудился, а каждую свободную минуту посвящал живописи. Он делал карандашные наброски будущих картин в своем блокноте. Спустя много лет Абылхан Костеев написал картину «Турксиб», полную любви и признательности к тому времени. Абылхан Костеев работал разными материалами. Так, художник сохранил опыт работы карандашом со времен строительства Турксиба и смог развить его. Линия, главный элемент карандашных работ Абылхана Костеева, за счет мастерского использования которой художнику удавалось избежать обобщенных планов. Многочисленные линии, формирующие глубины рисунка и его пространство, переполняют каждую работу Костеева. По сей день не забыто имя великого художника, и в сердцах его детей остались лишь теплые воспоминания об отце. Ну, я как помню отца с детства, когда он рисовал свои картины, эскизы. Я долго смотрел на эти картины. Мне нравилось, как отец рисует, как он пишет. Даже запах масляных красок мне прельщало. Я все время подходил к отцу и смотрел. Отец у нас был очень мягкий, добрый. Наказывать он никогда не наказывал. Единственное, что он в угол ставил нас, фанер загородил, говорит, стойте, пока, говорит, извинения попросите. Очень был добропорядочным, скромным, интеллигентным человеком. Несмотря на то, что он все-таки родился в такой семье, бедной семье, нуждались они очень сильно. Пришлось ему и пасти овец, и дворы подметать у баев. Но тем не менее он вырос нормальным человеком. Как он нас воспитывал? Он в жизни нас никогда в жизни не ругал, ни хороших слов никогда он не говорил, никогда никого из нас не бил и не лупил. Вот правильно он воспитывал как-то, знаете. Вот. Единственное, что он мог, когда мама пожалуется, вот твои дети что-то там натворили, и они меня не слушают, так он мог только возьмет вот так газетку, свернет и замахнется, а ударить никогда не ударял. Ну, всегда как-то спокойно он к этому относился. Потом, когда он, например, за стол садимся все вместе, он начинает как-то не напрямую, да, говорить, там, выговаривать, вот вы так-то, вы не так сделали, а он как-то аккуратненько, порядочно как-то, знаете, правильно он начинал говорить, что вот, вот здесь надо было так сделать, а вот здесь вот надо было так сделать, так себя повести, а вот здесь вот как-то неправильно вы повели. Как-то мы уже это все воспринимали и как-то начинали понимать. С самого детства я, насколько слышал от родителей, от близких, от родственников, что дед, в первую очередь, что его отличало от других людей, это огромное трудолюбие. Это большая любовь к тому, чем он занимается. То есть я считаю его счастливым человеком, потому что он любит эту профессию, любил эту профессию, стремился, получал удовольствие. То есть он не имел какой-то цели стать таким известным, богатым, популярным. Он просто нашел свою стезю, по которой он стал двигаться. И исторически так сложилось, что он, не имея образования, живя в огромной бедности, то есть пройдя такие сложности, сложные времена, это вот, если помните, 20-е годы, 30-е годы Голощекина, когда у нас народ-то голод, практически 70% населения вымерло в то время. Он выжил, его заметили,
при этом заметили так, просто он пас баран, делал какие-то поделки из камней, из дерева. И вот я сейчас уже не помню, кто именно конкретно его заметил, но люди заметили, на него обратили внимание. И тем самым, то есть его нашли чужие, и вот потом постепенно он начал как бы свою карьеру художника реализовывать себя во всем том, что он, к чему стремился. Следующим этапом в творческой биографии Абельхана Костеева стала Москва. За 2 года, проведенные в столице СССР, молодой художник успел познакомиться с русской национальной школой живописи и многочисленными музеями, в которых выставлены шедевры мирового искусства. Безусловно, это оставило свой след в творчестве художника. После возвращения в Казахстан Абельхан Костеев участвует в многочисленных конкурсах регионального и всесоюзного значений. Вот после приезда с учебы он уже активно начал работать. И уже в 30-е годы, когда надо было организовать Союз художников Казахстана, вот, одним из первых национальных кадров Абельхан Костеев участвовал в этой работе. В 33-м году организовали Союз художников Казахстана. Тогда было просто несколько национальных кадров. Это был Костеев, это был Исмаилов Абубакир, это был Ходжиков, Ташпаев. И вот все остальные, конечно, были художники русские, которые приехали в то время в Казахстан. Одним из молодых таких талантливых организаторов был и Исмаилов Абубакир. Ему было тогда чуть больше 20 лет, и вот он принимал участие тоже вместе с Костеевым в Организации Союза художников Казахстана. Любил и часто воспевал в своих произведениях традиции родного народа, образ жизни, уклад кочевого народа, своих племенников, и рассказывал много историй о том, какие были традиционные особенности в прошлом у казахского народа. По сути, знаете, глядя на произведения Костеева, вот в целом, да, рассматривая его наследие, можно сделать вывод, что он не просто художник, не просто живописец или акварелист, а, вы знаете, такой настоящий художник-этнограф, вот этнографического склада, потому что если бы вдруг не сохранилось фотографии того периода, да, времени, то по произведениям Костеева можно было бы даже восстановить какие-то фрагменты из истории, ну вот того же советского прошлого Казахстана и так далее. Наверное, к самым значимым полотнам в его творчестве, да, практически каждая работа, она на слуху, она известна визуально, да, вот люди могут на тех же банковских карточках, да, увидев работу на ту или иную, вспомнить, что да, действительно автор Абельхан Костеев. Но есть, конечно, определенный ряд произведений в его творчестве, которые можно назвать шедеврами. К ним относятся, безусловно, высокогорный каток Медео, который находится в постоянной экспозиции музея Костеева. Там Абельхан Костеев выступает таким, знаете, непревзойденным певцом снега. Снег белым цветом на белом холсте. Пожалуй, это самое сложное, да, в живописи. Но он мастерски справляется с этой задачей, применяя роскошную цветовую палитру, изображая Медео в 50-е годы, то есть когда, по факту, самого стадиона еще не существовало, но каток активно развивался и уже проходили международные соревнования. И мы знаем, что сегодня Медео называют высокогорной фабрикой рекордов, потому что 147 мировых рекордов там поставлено. И уже тогда, в то время, когда писал каток Медео, уже это была фабрика рекордов. И именно в таком ракурсе Костеев преподносит изображение этого уникального природного объекта и спортивного объекта зрителю. Вот феноменальность творчества Костеева в том, что он мог работать во всех жанрах и видах изобразительного искусства. Он в основном вначале работал, конечно, акварелью. Это техника такая, которая позволяет создавать как бы и живопись, и графику. Вот. В своих акварелях Абельхан Костеев писал и пейзажи, и портреты. В основном это его близкие люди, знающие люди, их труд, их быт. Вот это все Абельхан Костеев умел очень правдиво, очень интересно, красиво передавать на картинной плоскости. Окружающих поражали выносливость и работоспособность художника. Если он начинал картину,
то не вставал, пока ее не закончит. Картину может понять любой человек. Здесь не нужен язык. Абельхан Костеев переводил на художественный язык то, что видел сам, то, как он воспринимал окружающий мир. Рассматривая произведение Костеева, сложно сказать, что где-то вот у него вот он обобщенный, там, не знаю, второй план или что-то еще. А ведь он досконально прописывает каждый фрагмент своего произведения, каждую травиночку, каждый камушек. Если это, допустим, там оторочка меховая на какой-нибудь шапке жамбыла, то там будет прописан каждый волосок этой меховой опушки, каждая ворсиночка в гриве лошади. Абельхан Костеев каждый фрагмент своего полотна, это видно, это чувствуется, пишется с особой любовью. Если вы посмотрите все произведения Костеева, вы отчетливо будете знать, что такое Семиречье, например, да? Что такое Алатау, что такое Джайляу, вот. И как в Джайляу казахи живут, чем они там занимаются. Вот это все – это результат воспевания художественным языком, художественным образным языком Абельхана Костеева. Затем он, конечно, когда набрал уже определенный опыт, он перешел в масляную краску, технику масляной живописи. И свои большие жанровые картины, портреты он создавал уже в технике масляной живописи. В копилке художника более 2000 произведений, изображающих различные проявления народной жизни. Он стал смотреть на различные жизненные ситуации, на происходящие социально-исторические изменения глазами художника. Такие талантливые произведения, как «В школу», «Турксиб», «Жатва», «Колхозный той», «Триптих», «Старая и новая жизнь», «Молодой Абай» представляют собой как бы художественную летопись прошлого и настоящего, отражены преобразования, произошедшие в республике за годы советской власти. Абельхан Костеев не боялся обращаться к монументальным форматам живописи, то есть он спокойно мог даже с такими большими холстами выходить на пленэр, то есть не с этюдником, ну, что случалось, конечно, чаще, но и с холстом, с большим, натянутым на подрамник, он тоже мог выйти на пленэр и писать, допустим, какой-то понравившийся ему сюжет или местность. Очень нравится зрителям, практически всем, его полотно «Встреча первого поезда». И вы знаете, ведь эта работа написана по воспоминаниям. Он действительно принимал участие в строительстве железной дороги Турксиб, а это произведение, мною названное, пишет уже по воспоминаниям. И вы знаете, там практически все, не практически, а все персонажи, изображенные на первом плане, это жители некого аула, которые встречают первый поезд, казахстанцы, наши соотечественники, они все изображены спиной, с затылка. Но, вы знаете, не видя лица, зритель может определить настроение каждого из персонажей. Кто-то удивлен, кто-то напуган, кто-то рад до чрезвычайно. Но вот это вот, наверное, называется, да, великой силой искусства, когда художник, особенно художник, самоучка, не будем об этом забывать, может через затылок, через спину зрителю показать состояние, эмоциональное состояние своего персонажа. Это, конечно, удивительно. Изобразительное искусство развивается, особенно яркое у нас развитие получило это 60-е, 70-е годы. Потому что в то время, вот так в истории изобразительного искусства так и называются шестидесятники, семидесятники. Это вот как раз тот период, когда устанавливалось уже национальный почерк, какой-то характер в живописи, свой, не похожий на других народов, других школ. Какая-то вот такая вот особенность появилась у искусства Казахстана. Это является вот поворотным каким-то моментом развития нашего искусства. Конечно, в этом сказать, что это вот спонтанно возник, нельзя сказать, потому что на самом деле основа есть, которая заложена. Вот все художники, все поколения, которые идут, они все время думают и ищут новые направления. Основываясь на то, что создали Костеев, то, что создали там Исмаилов, Абубакир и другие. Абельхан Костеев – художник, который, работая в жанре пейзажа, сумел изобразить прекрасную природу родной земли, изменения, внесенные человеком в ее облик. Его полотна –
Высокогорный каток, моя родина, автолавка на Джайляу, Капчагайская ГЭС обращает на себя внимание правдивостью изображений. Любовь к родному краю выразилась в полотнах на Джайляу, возле дома, осенний пейзаж, зеркальный лед, цветущие яблони, зима, серия акварелей «Советский Казахстан» на земле казахстанской, о целине, стройке пятилетки, богатство Казахстана. Очень нравится зрителям, да и мне тоже, безусловно, его произведение такого несколько нестандартного формата. Это на берегу реки Талас, вытянутое по горизонтали полотно и такая чудесная композиция, ведь очень смелая, потому что чаще всего художники, да и фотографы скажут, да и наверняка операторы, видеооператоры подтвердят, что когда компонуешь картинку, да, то линия горизонта должна быть ну, либо ниже, либо выше. Это всем известный факт. А Абылхан Костеев иногда, может быть, это делал намеренно, но иногда он четко вот посередине делил линией горизонта полотно на две части и никакого диссонанса. То есть мы смотрим и только наслаждаемся композицией. То есть ему это удавалось. И еще практически в каждой работе есть какой-то такой нюанс, мы его называем чисто Костеевский. То есть даже если бы Абылхан Костеев не подписывал свои работы, не ставил бы там, скажем, даты, не датировал бы их, то все равно было бы узнаваемо рука мастера, потому что практически везде есть такая вот деталь чисто Костеевская. Ну, например, одно из последних произведений в жизни Абылхана Костеева стала работа под названием «Строительство Капчагайской ГЭС». Это индустриальный пейзаж, очень модный, кстати, в то время Абылхан Костеев был модным художником, то есть на волне моды того времени жил. Вот Костеев не остался в стороне, он изобразил это... Капчагайскую ГЭС, как он строился, какие вот сооружения, как все это вот спланировано, горный массив и где проходит дорога. Все это интересовало Костеева, представляете? И если вы посмотрите произведение «Высокогорное пастбище», где чабаны живут и работают, пасут овец, и вот чем это, допустим, и как там в этих местах даже проводится агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза, где вот библиотека, где установлен красный флаг, это называется красный уголок. Вот там, значит, пропагандируется идеология советской власти, идеология Коммунистической партии. Вот это все без внимания Костеева не проходило. Абылхан Костеев – самобытный художник, которого отличает свой собственный стиль и умение передать на полотнах свою любовь к родной земле. Большим достижением казахского изобразительного искусства является тот факт, что столетие художника, 2004 год, отмечалось на уровне ЮНЕСКО. На самом деле энциклопедист, который писал не ручкой и словами, а писал именно вот через изобразительскую, языком изобразительского, он рассказывал историю развития народа и государства. Если был бы жив Абылхан Костеев, когда мы получили независимость, он бы, конечно, создавал шедевры, которые бы отображали нашу независимость. Но, к сожалению, он не дожил. В 1974 году он скончался. Вот история о Абылхан Костееве. Абылхан Костеев был удостоен государственной премии Казахской ССР за серию акварелей «На земле Казахстана». Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета». На сегодняшний день именем Абылхана Костеева назван Государственный музей искусств Республики Казахстан, а также улицы в нескольких городах Казахстана. Абылхан Костеев будет вечно находиться на пьедестале славы. Он является уникальной личностью, талантливым художником, внесшим огромный вклад в развитие казахского изобразительного искусства. Это был путь, жизненный путь, путь таланта.